памяти Александра Сергеевича Пушкина. Исполняет Симфонический оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных. Художественный руководитель Владимир Зиба. Дирижер Алексей Кубышкин. Thank you.
Торжественная кантата в память столетней годовщины Александра Сергеевича Пушкина для меццо-сопрано, тенора, хора и оркестра. Исполняют сводный хор Российской академии музыки имени Гнесиных и музыкального училища имени Гнесиных, руководители Денис Морозов, Оксана Глазева. Симфонический оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных, художественный руководитель Владимир Зива. Солисты Елена Дедянова, Александр Захаров. Дирижер Алексей Кубышкин.
И в завершении концерта прозвучит кантата Сергея Танеева на стихи Александра Сергеевича Пушкина для хора и оркестра. Я памятник себе воздвиг у горы. Thank you.
Дорогие друзья, на этом наш концерт завершен. И мы еще раз от всей души поздравляем с юбилеем нашу дорогую Галину Васильевну Майровскую. Огромное спасибо и до новых встреч!